Так, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил, и это начало моего нового прохождения. Как видно было по названию, это, в общем-то, игра у нас Mirror's Edge. И решил тем самым сделать по ней прохождение. Давно, конечно, даже меня один, по-моему, друг просил пройти эту игру, сделать по ней прохождение, так у него там не позволял, в общем-то, возможности компа сыграть в эту игру. Так, ну что ж, в общем-то, мне решил тем самым сейчас сделать это, по ней это прохождение, давно уже хотел поиграть в нее, посмотреть, что себя представляет эта игрушка. Игру я уже так-то полностью прошел. Так, в общем-то, мы на минимум настроил, чтобы он меня нормально слышно. Ну, игру тоже, конечно, слышно будет, но не столько некоторые там звуки, эффекты всякие. Само-то, в общем-то, голоса героев не будут слышны, поэтому там просто стоит это читать субтитры, если будет непонятно, что они там сказали. Что ж, в общем, играть будем на самом максимальном уровне сложности. Я игру полностью прошел. Мне она очень сильно понравилась. Игра, конечно, от студии, известна уже всем, студии DICE, своей просто великолепной серии милитари шутеров. Думаю, равных их нет в плане мультиплеера. Даже Call of Duty Medal of Honor с ними не соперничает. В общем-то, Battlefield 4, особенно так последняя, мне очень сильно понравилась. Когда я прошел, уже, наверное, 2 месяца записал, в общем-то, и компания мне очень почувствовала неплохая, конечно. Хотя, Call of Duty, думаю, да им еще рановато соперничать в плане этой компании сюжетной. Компании их такие-то неплохие получаются, но они так сильно шли, сильно насыщенные, интересные, как, например, тоже Call of Duty. Но это, конечно, речь об этих играх. Мы продолжим поговорим об этих играх потом, когда сделал прохождение по Battlefield 4. Плюс также пройду серию Call of Duty и Medal of Honor, но это, конечно, не так сильно будет скоро. Пока что у нас на канале игра Mirror's Edge. Начинаем проходить эту игру. Будем проходить на самом максимальном уровне сложности. Называется он сложный. На нем, в общем-то, у нас... ну, все потом расскажу об этом уровне сложности, что у нас там с ним... Чем он отличается от других уровней сложности, нормального и среднего. Пока что начинаем игру, смотрим пока что ролик, и там пока помолчу. Когда-то этот город лучился энергией. Темный и опасный, но такой живой и прекрасный. Теперь он стал другим. Поначалу все менялось незаметно. Кто-то этого не заметил, а кто-то просто принял перемены. Они выбрали комфортную жизнь, другие нет. И те, кто не подчинился, были выброшены на обочину. Стали вне закона. Они наши клиенты. Мы называем себя бегущими. Мы существуем на грани реальности и ее блика. На грани отражений. Мы избегаем неприятностей, чужих глаз. И копы не сильно нас достают. Бегущие видят город иначе. Мы видим поток. Крыши превращаются в дороги и перекрестки. Ловушки и тупики. Пути к спасению. Поток заставляет нас бежать. Он же помогает нам выжить. В общем, постараюсь, наверное, почитать эти комментарии, точнее, субтитры. Пора потренироваться, Фейт, а? Да, я знаю, ты этого не любишь. Но после того падения нужно установить форму, иначе в городе ты пропадешь. Как тебе эта новая площадка? Неплохо, правда? Цель совершается обычную пробежку, поэтому повторяю все за ней, хорошо? Так, отлично, нас будем тренироваться. Так, прибил у нас прыжок, Shift. Приседание, так, тап, в общем. Что нам нужно сделать в этом обучении? Это своеобразная тренировочка такая. Подготовка к игре, без нее просто пройти игру нереально. Ну, сложно будет очень сильно. Для тех, кто, в общем, в новинку играет в эту игру впервые, то есть это обязательно нужно сделать. Для меня же, я уже игру прошел, так-то я все равно сделал прохождение этой тренировочки. Так. Давно, привет, Фейт. Снова бой, а? Не думал, что так скоро тебя увижу. Так, она у нас Селеста, и самая главная героиня, зовут ее Фейт как Коннорс. Она, в общем, у нас своеобразно бегущая называют так. Это люди, которые у нас что-то вроде, не знаю, почты в этой игре называется. Совершают всякие почтовые доставки. У них, в общем-то, клиенты, это у нас в ролике как раз говорилось, у них клиента. Так, пробел нажимаем. Дальше, в общем-то, обучаемся всем приемам, навыкам, которые нам понадобятся в дальнейшем при прохождении этой игры. Игра просто очень интересно получилась в плане паркура. Первого лица, конечно, паркура такой игры я давно не видел. Лучше, мне кажется, нету. На первого лица паркура, а не всякие там
подобных игр от третьего лица, тоже Ассасин там, Крид Убийцы, Ассасин Скрит, либо там еще какие-то игры. Там Дизонор, не знаю, какие там еще. Дикий паркур-то есть. Хотя Дизонор, по-моему, есть. Черт, чуть не. Неудачно все это закончилось у меня. Ох, тихо-тихо. Так, блин. Так, ладно, что-то здесь немножко тупану. Я думаю, момент буду вырежу обязательно. Все свои смерти, все там все неудачные попытки бывают, мне все равно не сразу все получается. В общем, у меня, конечно, проблема такая была, будет в этой игре то, что как и с Resident Evil, то есть 4-й там Revelations. Игра мне что-то, не знаю, то ли максимальное разрешение так-то поддерживает, 1280 на 1024, и так-то не знаю. Так-то должна оказывать весь экран. Всяких там черных полос, но почему-то они у меня есть. Вверху и внизу будут, наверное, и даже при записи будут видны. Хотя, может, проблему это решу, не знаю, посмотрим. Некоторые игры бывают такое. Хотя кто-то, в общем-то, как-то избегал проблемы. С той же Resident Evil 4, например, прохождение Windfest я смотрел. Артём. Так, ну что ж, продолжаем. Приземляемся удачно. Ох, чуть не скатился. Еще бы чуть-чуть. Лишний шаг вперед, и мы провалили бы это. Часть обучения. Так, вот здесь немножко может не получаться сразу. Вот, это раз получилось. Так, если запрыгиваем, отлично. Не сразу бывает этот момент, получается, делать сальто. Я больше всего ненавижу, самый такой сложный навык, самое сложное умение, как это называется, точнее, как там, прием, как там, акробатики. Мерк хочет, чтобы мы устроили спарринг, Фейт, ну ты его знаешь. Готово? Давай, начали. Так, вот теперь нас обучают боевой системе. Ой, блин, не то сделал, да. Так, удар. Вот такой удар, потом приседи, потом сверху, снизу. Так, Фейт, перед тем, к обезоруживанию, глядишь, пригодится. Да, хорошая система обезоруживания, но она, я не очень привык к ней. Она очень сложная здесь, бывает противников не так легко отбираешь оружие. Так, вот даже оружием можно пользоваться. Но это, конечно, в крайних случаях. Фейт, если уж лезешь в драку, то старайся отрезать их и разбираться по одному. Так, теперь нужно... Так, отобрать оружие. Когда нас, в общем, атакует, этим оружием пытается ударить прикладом. А в некоторых случаях, когда очень тяжело отобрать оружие, таких более тяжело вооруженных морпеков, надо нажимать замедление и морпеков, черт, полицейских. А с ними придется сталкиваться в этой игре. И не раз использовать замедление, чтобы полегче было отбирать оружие. Ладно, хватит тренировок, девочки, пора за работу. В Дрейкле тебе задание целое, оно ждет. Фейт, дай мне знать, когда будешь готов к пробежке. Пока, Фейт. Ну, в общем-то, все, на этом обучение заканчивается. Продолжаем. Пока что мы смотрим ролик. А хотя ролик там, по-моему, не будет. Ну ладно. Начинаем играть. Продолжаем, точнее. Хотя, вот не знаю, скоро, возможно, в 2014 году. Так, ладно, потом.